What just happened? Ага, мы тут недалеко на самом деле. И можем. Я опять промазал. Да? Фигнище. Так, ну тут я вроде был, да, везде. Дальше туда идти мне как бы некуда. То есть в любом случае нужно идти вперед. Вперед. Мы покушали, попили немного, совсем немного. А, вот еще дайте патрончики. Ну, патрончики надо, конечно же. Идем, 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 идем. Ай-яй-яй, да как? А, через решетку, я понял. Значит, нужно быстренько так, опа, прорваться сюда. Ну, по-моему, пистолет дробью стреляет, да? Мне показалось. Магазин открыли. В котором есть только касса, и больше нет ничего. Хорошо. Полутать дядюшку, нет, не получится уже. Его, наверное, утали. Здесь я, наверное, все уже обсмотрел, что можно было. Ну, окей, мы восстановили себе запас нашей там, магической энергии. И идем дальше. Где он, где он, где он, вот он. Отлично. Вигор. Поцелуй дьявола. Какая бутылка классная. Отлично. Нет, еще не все. Понятно, понятно. Окей. Я бы еще... Я что-то пропустил. Какую-то важную, наверное, очень надпись. А вот патроны, в принципе, есть. Кстати, энергии у меня больше стало, тоже хорошо. Ну окей, идемте дальше. Пока непонятно куда. Наверное, вот сюда. Ай-яй-яй. Тихо, тихо. Где? Где? Как мне... А, кнопочкой Q мы переключаем эти вигоры. А ну-ка. Отлично. А, что это такое? Ага, я знаю, что это такое. Если сюда кинуть. Да. Эти штуки будут гореть. Сразу три... Блин, это не ачивки, это... Часть, как... Да. Части ачивок. Ладно, не важно. Блин, я совсем из головы вылетело все. Тихо, тихо, кто стреляет? Кто? А, ты на время, да? Я думал, ты навсегда станешь нашим другом. Бог, видимо. К сожалению, к сожалению. Ну, так тоже можно было сделать, да. Ну-ка, мы можем обыскать, обыскать. Давай, давай, обыскать. Боеприпасы для пистолетов. Пойдет, пойдет. Что у нас еще тут интересного есть? Мужик с хот-догами ходит. Еще один вигор мы взяли. Я не знаю зачем, что это такое. Наверное, не увидел, восстановил ли он нам. Ну, еще один этот тоник. Восстановил ли он нам наш запас солей. Как их тут называют почему-то. Почему соли? Непонятно. Так. Хорошее место такое, чтобы прятать пушку.
Да, все пусто, все, заходим. Покинуть район? Че, мы тут все уже, в принципе, сделали. Крыши центра Комстока. Они знают обо мне. Если я быстро не найду девчонку, все усилия будут напрасны. Окей. Нам хотят показать 3 фильма. Посмотрим. Конец. Какие коротенькие фильмы. С неожиданным таким концом. Пророк против врагов. Внешних и внутренних. Китайские боксеры. Понятно, Колумбия вышла из Соединенных Штатов и улетела. Why are you following me? We were already here. Why are you following us? Aperitif. Кто-то тут напился. Нет, вы не будете меня полиции сдавать, ваше. The difference between life and death. А, улучшение щит. Отталкивающим огненное поле, усиливая защиту. Окей. А, это... пассивное улучшение. Не улучшение, это просто щит. Понятно. Окей. Это добрые ребята. Смешные такие. Но добрые. Послушаем. Эда. Called on me today to write his biograph. Me. The man pays for exactly 100 pages in advance. Now, I'm half a Jew when I smell silver, so I say, Father, your flock would pay for 1,000. You know, why settle for less? And then the prophet looks to me and says, 100 will suffice, as I know how it ends. Мама меня тут ищет. Нет? Выпить пиво плюс здоровье минус соли. Да, бухать не очень полезно. Восстанавливает здоровье и уменьшает соли. И нет, я конечно могу прыгнуть. Ага. Пробел в этот раз. Damn hook must be magnetized. Интересно. А я до этого сразу долечу? О, долетел. О, да. Смерть с небес. Отлично. Ну, стой, куда? Я хотел тебя... Да, получится. Воздушный убийца. Автомат. Нажмите его, держите. Взяли пулемет. Отлично. Мне дробовик, конечно, больше понравился, как-то поприятнее с дробовиком, но, в принципе, неплохо. Тихо, никого нету. По-моему, вызвали тревогу. Воу-воу, тихо. Такой. Ты кто такой, мужик? Что-то такой толстый, интересно. Ну, в смысле, бронированный. Так, тихо. Пусть ребята там сами разбираются.
Хорошо так стреляет пулеметик. Блин, все время хочется нажать правую клавишу, чтобы прицелиться, а? Так, у нас... Тихо. Кнопочка F. Мне бы... Сейчас какую-то... Вот эту турельку бы взять к себе под контроль. Ага, вон она, я ее вижу. Да, турелька, мочи. А я пока пособираю лут, тут похожу. Ага, патроны я собрать не смогу. Ну, ребята, где вы? Не надо бы валить отсюда, потому что на самом-то деле надолго не хватит. Эта турелька, она уже, по-моему, по мне стреляет. Нет? Нет. О, девки, нет? Девки? Так, эта штука по мне уже стреляет? Да, эта штука по мне стреляет. Окей, где? Кто следующий у нас? Сколько полицейских кораблей, а? Ай-яй-яй. Ага, там кто-то сверху сидит. Сейчас мы заручимся поддержкой нашей турельки. Уже нашей турельки. Давай. Отлично. Ну, теперь нужно быстренько валить отсюда, пока турелька не раздуплилась, что мы ее поработили. О-о-о, так, я чуть не упал. Ладно, я упал. Хорошо. И куда дальше? Куда дальше? Ай, где следующий крюк? Куда? Прыжок, вот так, пробел, блин. Стрёмно как было. Щит восстанавливается, хорошо. Это очень радует. Окей. А куда нам дальше? Где крюки? Крюки? Может быть сюда? Да, нам сюда. Однозначно нам сюда. Я бы все сожрал бы сейчас у них тут. Violence is not a foregone conclusion. Привет. The one they're after. Go. They're looking for you. Police, we're in need of your assistance. They're here. Shh. Keep your voice down. Да я бы замочил бы сейчас их всех, нет? Мне говорят, вали домой. Какой-то бомжатник местный. Не хотят заходить сейчас. Ладно. Я бы им показал бы, кто здесь главный. Соля. Здоровье, хорошо. Все потихонечку восстанавливаем. Так. И мой любимый прием. Не так клавиша опять. Блин, может быть наоборот поменять? Где на F? А F на E? Окей, торговый автомат. Боезапасы? Нет. Ну, интересно, у меня всего хватает. Я думал, что-нибудь, может, полезное будет. Вот кто-то стреляет в мою сторону, наверное, да? Так, мы пока посмотрим. Тихо, я кино хочу посмотреть, подождите. Mm-hmm.
Понятно. Воу-воу-воу. Оп-оп-оп. Ай-яй-яй-яй-яй. А что же я все время мимо-то, а? Если я в тебя тоже вкину фаерболом? А, да, у тебя явно защита от этого дела. Ау. Горю, горю, горю. Перезаряжаемся. Перезаряжаемся. Сейчас мы его обхитрим. Мы обхитрим и сзади зайдем. Нет? Он тоже, наверное, так думает. Ладно. А, взрывается. Не-н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 е
и решил меня взять на таран. Но у него ничего не вышло. Мы выжили, выжили. Эй-эй-эй. О, патроны закончились. Как-то я так... Ладно, у нас револьвер вполне такое, ничего. Да кто стреляет? Хватит уже. Откуда вы стреляете? Ага, вот кто стреляет. Ай, тихо, тихо. Мы сейчас по стелсу пройдем быстренько. Так, оп-оп-оп. И вот мы прошли. А куда нам вообще надо... Так, что-то там светится. Ну, блин, ладно, придется тебя замочить. Я этого, честно, не хотел. Турелечка. Оу. Какая она оказалась. Неожиданно бронированная. Хорошо, патрончики у нас есть. И давайте послушаем, что нам хотят рассказать интересного. Престон Даунс. Престон Даунс. Окей. If your quarry dwells in the jungle and beds down with the local color wasp-split hairs, not a chuckle out of him. Either he ain't seen a man go native, or maybe too many. Anyhow, now it's got me hunting down this Daisy Fitzroy. Hope you don't expect me to stuff him about her. Yeah. Патронов к автомату. Довольно мало, и они расходуются быстро. Ну, ладно. Пока что мы идем себе дальше, да? Почти по стелсу, изничтожая всех на своем пути. Так, да, да. Патроны по-любому есть. Для пулемета, хорошо. Лошадка, как же я хочу тебя купить, такую лошадку, и бегать тут, рассекая на лошади и криком всех. Как-то мрачно так стало, вам не кажется? Отлично. Вроде больше некуда, да, нам пойти, только вот прямо. Но я не знаю, чей, поэтому давайте. Нет, не выпьем. А, почему все добрые тут ко мне встали? Ой, как-то у вас тут... Что у вас произошло? Эй, ты кто такой? Ты почему стреляешь по мне? Тю? Я думал, тут тоже все добрые будут ко мне. Ну ладно. Я как лучше хотел. А он как всегда. Ворону убить нельзя. О, нычка, нычка. Я нашел нычку. Нет. Это я пить не буду. Где? Где ты, дружище? Нету. And when the angel Columbia gave unto the founders the tools to build a new Eden, they did so without hesitation.
85 years they prepared the way of the Lord. But when the great apostate came, he brought war with him, and the fields of Eden were soaked with the blood of brothers. The only emancipation he had to offer was death. Еще какие-то религиозные фанатики, да? Давайте всех их замочим. Мы наконец-то можем. Можем их замочить всех. Ну, да, они будут сопротивляться, конечно. Конечно же. Чаму. Крюком. О, вполне так. Нормально, да? Взяли, всех перебили. Так, быстренько теперь взяли и всех полутали. Эх, всех мы полутаем, да? Или полутаем. Та-та-та. Промазал. Хотел хедшотиком запилить. Ну ладно, мы тогда... куда ты? Ух ты, как интересно. Думал подкрасться сзади. Не получится. Запилили. Просто запилили. У него была сладкая вата. Он, наверное, хотел покушать сладкой ваты после своего собрания этих культистов больных. Так, а где? Вот он, прыгнул, да? Ну, а что ж... Ага. Еще один где-то остался. Где же ты, дружище, который нам не дружище? Это сверху тусит по-любому. Вот. Так. Что это? Дополнительные задания помогают найти ценный ресурс. А, я ключик взял, так лежал, да? Упираем ключом, попробуйте вернуться туда, где мы уже были. Хорошо. Сейчас посмотрим. Дополнительное задание. Вот. Экстракт здоровья увеличивает максимум здоровья. А, то есть на выбор, да, один. Солей, щита. Щита, солей. Отлично. Perfect. Ну, тоже понравилось. Но. Где мне найти теперь этот ключик? Давайте послушаем еще одну запись. А пока поищем. Не ключик, а сейф, замок, который мы можем открыть этим ключом, который мы только что нашли. Найдем еще одного товарища, наверное. Вон он. Отлично. Понятно, тут какая-то тусня расистов, короче, в этом городе. Это мы уже поняли, потому как те ребята хотели закидать этими бейсбольными мячиками тех того негра, и почему-то мужик там белый был, я не знаю почему. Какой-то был слишком белый, альбинос. Может, китаец какой-то, да, может, он такой с желтоватым оттенком был. Так, но нам... засранный Линкольн. Нам нужно найти сейф. Сейф. Где мы его можем найти? Я вообще без понятия. Это не Линкольн оказался. Лучше бы мне подсказали, где сейф искать. Интересная картина.
Даже не знаю. Ну, я не вижу. Я просто не вижу. Может быть, разве что вот еще за барной стойкой посмотреть. А, да. Это я забирал в прошлый раз. Вы, наверное, это видели. Я просто переигрываю на данный момент. Потому что кусочек там не записался. Я переиграл с контрольной точки. А, и поэтому все немного не так, как должно было быть. Где сейф? Блин, ну я не вижу, где сейф. Наверное, может быть, то нам так просто сказали. Идите назад, там, где вы уже были. Может, он дальше будет впереди. Это мы сейчас узнаем. Или не узнаем. Ну, я думаю, это не столь критично. Может быть, у тебя где-то сейф? Нет? Нет. Все равно всего я не найду в этой игре, поэтому идем себе дальше. Пожалуй. Да? А может быть, сейф еще у нас ждет впереди. Так, лифт, понятно. Тихо. Да, но сейфа я упорно не вижу. И столы тоже пустые. Пустые все. Тогда, ребята, мы спускаемся. А, я не знаю, можно ли будет потом вернуться и найти. Ну, может быть, и нельзя. Не важно.